видископ. Если город заказывает, например, клубу, он заказывает конкретно. Я прошу вас 2000 детей вывести с улиц и привести к себе. Нас интересует, чтобы они там были заняты чем-то. То критерий – это массовость, и наша задача их удержать, сделать интересную, как клуба, например, да, чтобы им было интересно. То есть, в принципе, задача Олимпийских игр тут не ставится. Здесь ставится задача, чтобы 2000 детей не сидели возле компьютеров там дольше положенного, не пили пиво, не курили, не приспосабливались там к какой-то криминальной среде, не употребляли наркотики. И город, вместо того, чтобы платить деньги школам милиции, этим комнатам милиции несовершеннолетних, либо тюрьмам, либо госпиталям, либо социальным каким-то по реабилитациям центрам, они говорят, нам лучше положить эти деньги в спортивный клуб, частный, государственный, неважно, на рыночных условиях. В результате мы будем экономить на тюрьмах, на больницах, мы будем иметь здоровых налогоплательщиков, мы будем иметь хорошее общество, мы будем иметь психически здоровых и культурных образованных людей. И клуб или школа именно за это отчитывается перед городом и говорит, смотрите, вот у нас 2000 детей, вот вы можете в любой момент прийти, проверить и так далее. И мы за это получаем деньги. То есть, если же город заплатит деньги и скажет, нам нужно сейчас, чтобы вы подготовили там чемпиона мира. Хорошо, это другая технология. Но за это должен отвечать не город, а Национальный олимпийский комитет, государство. И это совсем другой вопрос. Но клуб это тоже может предоставлять. Задача клуба – формировать заказчиков. Задача государства, города, области, района – стать этими заказчиками. Не палить просто деньги лишь бы куда, чтобы отчитаться, что вот мы профинансировали, а дальше вопрос не к нам, а стать вдумчивым заказчиком и решать конкретные задачи. Витископ. Спортивное видео.